дача Сталина. Потом обзорчик сделаем. Это зеленая роща в Сочи. А вчера мы были в Абхазии на холодной речке. Так вот. Здесь, конечно, внутри все посолиднее, чем в Абхазии. Комплекс зданий. Вводят только там вот, и тут бильярдная, и все. Больше никого не водят. Красиво, конечно. Где вы видели в снегу пальмы? Что-то я ни разу не помню. Субтропики. Цветочки такие красивые. Там розы вообще. Такая дача в Сочи Сталина. Тут побольше, чем в Абхазии. Все на мази у них. Люди работают. Кому позвонить? Владимир Владимирович, не набрать. Сломали. Не хочешь второго? Все, весело. Скажи ему что-нибудь. Это говорят, что бывает желание, Юля. Давай, ходи. Куда? Пока нет народа, пройтись надо. Все в зеркалах было. Там покрасивее. И виды другие совсем. Получше. Это все в дереве в каком. В Абхазии круче. Где он? Умер. Еще второй этаж есть. Я так понял, кабинет, наверное. В Абхазии просто дачка, а здесь что-то прям интересное. Дайте поповедь даже. Комната, самоварчик, патефончик, окно, какие виды.
рюмочки, бокальчики. Балкончик. Какая красота. Захотел, вышел. Даже номерок какой-то инвентарный. Расскажи какие-нибудь желания. Это никакие. Говорят, телефон желания. Вот то, что ты скажешь, то и сбудется. Пошли. Какое это желание ты хочешь? Юля. Пошли. Бильярды. Круто, да? Вот где надо в бильярд играть. Со Сталина. Обалдеть.